Всем большой привет! Давайте смотреть косметичку на вторую декаду ноября месяца. И сегодня нашел первый снег. Приятно было его видеть. Правда, он сразу таял. Но я знаю, что на многих территориях снег остался лежать. И как бы говорит о том, что зима уже не за горами. Девочки, набрала много. Ну, давайте смотреть. Базой остается от Revolution кокосовый праймер. Мне он очень нравится. Он вообще... Он у меня и нет, у меня не пористая кожа, но не было ни разу момента, чтобы забил поры, либо там прыщ где-то вскочил. Прекрасно работает. У меня его осталось, конечно, уже меньше половины. Здесь 27 мл. Работает отлично, и маленького количества хватает на все лицо. Я, так как тонирую и шею, то я захватываю и область шеи. Поэтому, может быть, расход чуть-чуть активнее, чем мог быть. Тональный крем буду доиспользовать. Это BB-крем от Yves Rocher, 6 в 1. Называется «Совершенная кожа». Его здесь на самом деле осталось где-то вот так. Я его выдавлю в свою круглую баночку и доиспользую до последней капельки. Тут на самом деле прямо уже неудобно выдавливать его. Он плотненький такой и для этого времени года мне подходит. Здесь этот же крем остаточки. Вот видите, размазано прямо по стеночке. Поэтому это количество я доиспользую. Вымою баночку, чтобы новый крем в чистенькую лег. И буду пользоваться дальше. То есть я не домешиваю никогда. Я сначала заканчиваю полностью. Ну, это из гигиены как бы. Так, корректор, консилер. Консилер у меня остается The One. И вы знаете, его здесь уже прямо совсем капля. Если вдруг закончится, просто добавлю что-то еще. В запасах у меня есть консилеры. Возможно, от Avon возьму светленький, стойкий. Может быть, китайский, не знаю. Но в следующий раз я вам покажу, что я взяла. В любом случае, этого на 10 дней не хватит, но я забыла взять дополнительный. А корректор остается от Avon. Он как-то вот и приходит без опознавательных знаков. По-моему, Fire у меня оттенок. Его тут много. И корректором я исключительно корректирую контур губ, когда это необходимо. В целом я им пользуюсь крайне редко. И еще один корректор, которым я пользуюсь на постоянной основе, от NYX. Он у нас идет в добивашках. И сейчас вот этот фиолетовый оттенок, видите, он уже остался буквально вот по самым краешкам. Я его использую на пигментацию. За эти 10 дней он закончится. Я попробую использовать зеленый вместо него. Если не получится, то не получится. Но в любом случае хочу попробовать зеленый. Еще ни разу не пробовала, пока использую вот этот сиреневый. Возможно, зеленый тоже пойдет. Хотя на пигментацию зеленый не подходит, он на покраснение. Но у меня пигментация слабо выраженная, то есть ее надо приглядываться, чтобы увидеть. Поэтому, возможно, зеленый тоже и пойдет. Посмотрим. Вместе с тональным, возможно, может нет, может да, буду использовать от Bella Pure золотой вот этот хайлайтер. Тут его, конечно, большое количество, 15 мл. Я вам покажу его в хайлайтерах, давайте. Но использовать буду исключительно, примешивая в тональное средство. Позднее покажу. И пудра у меня на постоянной основе от Wet n Wild. Как-то к пудрам я привыкла так, что пока не закончится одна, не открываю другую. Хоть написано бронзер, на самом деле это пудра. Вот такой оттенок. Она подсвечивающая, дает здоровое сияние кожи, но не такое сияние, что прям кожа заблестит. Есть, конечно, сияющие частички, она не матирует, но мне это как раз и нравится. Прекрасно подстраивается, прекрасно работает, очень нравится. Уже принт, тут было солнышко, затирается. В ней 13 грамм, но у меня кисть огромная, большая, я думаю, расход из-за моей кисти еще идет большой. Ну и, как я сказала, я тонирую и шею тоже. Получается, что как тональник, так и пудра идет не только на лицо, но и на шею. Ну, мне так нравится. Дальше. Давайте скульптурирование.
забытая немножко мною, даже не забытая, я о ней помню, но она немножко отложенная была, вот эта лимитированная палеточка от Essence, мне ее Лена дарила. Мне очень нравится эта палетка тем, что она спокойная, не вырви глаз. Можно использовать как легкий скульптор, легкий хайлайтер и легкие румяна такие. Сейчас я вам покажу все три продукта. Вот, видите, они какие прямо едва заметные. Ими не переборщишь, работают они хорошо и тоже работают на подсвечивание кожи. То есть для меня такой макияж, кажется, будет очень симпатичный. Возможно, румян будет недостаточно. Тогда я буду использовать другие, которые сейчас покажу. Но если переборщите другими румянами, всегда можно этими подтушевать немножко и исправить положение. То есть такая палетка интересная, универсальная. Немножко я ее откладывала, чтобы дотратить то, что там хотела я доиспользовать. И сейчас звездный выход именно этой палеточки пришел. Тоже моя любимая палеточка от Stellary. У меня сейчас скульптор заканчивается. Вот просто завтра он у меня кончится. Я вам сейчас его покажу, что у меня кончится завтра. И на смену идет вот эта палетка контуринг для лица от Stellary. И скульптор здесь будет на постоянной основе. Очень часто мелькать в косметичках. Здесь мне также, ну видно даже, да, по вмятине. Нравится и хайлайтер, и здесь классные румяна. Тоже сейчас все три сводча покажу вместе. Вот, видите, скульптор классный. Он не настолько серый, как от Эстрады. В нем коричневинка. Ну, я не назову это рыжинкой, но небольшая коричневинка есть. Но в итоге вот мне этот скульптор нравится очень. Принт уже тоже затирается, румяна не так быстро уходят, как первые два продукта. Но в любом случае сейчас они будут уходить активнее, потому что их тоже звездное время пришло. Ну и о чем речь? От Эстрады, видите, скульптор, который у меня в номере 201. Это вообще скульптор самый любимый мой. Видите, осталось вот такой плевок буквально. Сейчас я его на сводч почти, наверное, и доиспользую. Вот он, это моя любовь, 201 оттенок. Когда у меня скульпторы будут заканчиваться, если Эстрада не снимет с производства, то этот скульптор будет у меня на постоянной основе. Хотелось бы, пусть чуть дороже, но сделали бы они крышки красивые и более вот качественные. Видите, все крышки у меня здесь переломались. Хайлайтеры сейчас покажу. Мы еще вернемся и к румянам. Сейчас еще несколько палеток будет. От Эстрады хайлайтер 310 оттенок. Это тот, который... в золото уходит, у них есть в розовый уходит, есть в золото. Это один из любимых моих хайлайтеров, если не самый любимый. Вот он такой красивый. Это хайлайтер, когда нужно быстро накраситься, я спокойно могу его схватить и без проблем быстренько нанести. То есть я с ним настолько подружилась, мы с ним буквально на одной ноге, на ты. И я знаю, с какой кистью, как быстро, с каким нажатием. То есть вообще мы с ним уже дружим. Прямо любовь. У нас с ним любовь. Румяна остаются от Essence, которые я перепрессовала. Видите, тут все больше и больше вот этих вот темных оттенков. Но все меньше и меньше продукта. Конечно, я до конца года его не использую, потому что это не единственные румяна. Но больше беру, видите, откуда? Не от с этой стороны, а вот с этой кистью. Они высокопигментированные, поэтому уходят теперь крайне медленно. Но оттенок красивый. Оттенок тут вот, вот какие должны быть румяна. Только главное не перебарщивать. Мне очень нравится, как на лице. Так, что у нас еще для лица? А еще для лица я взяла от Revolution вот эту вот палеточку. Я могу использовать в трех местах, в четырех, в пяти, когда как. Название. Наташа мне дарила из Германии, аж приехала ко мне эта палеточка. И, может быть, не сильно заметно, что здесь что-то убывало, но на самом деле и отсюда. Ну, тут вмятинка есть на хайлайтере, потому что я им пользовалась чаще. И с серединки я брала, и с этой стороны тоже брала, не только на сводче, но я действительно пользовалась этим продуктом. Сейчас покажу в трех местах. И он мне очень нравится, особенно когда рыжие макияжи, а сегодня будут тени,
которые именно вот для этой палетки будут звездными, звездным выходом, да, то она будет в эти 10 дней, наверное, даже чаще, чем моя любимая от Essence перепрессовка, и даже вот чем вот это от Stellary. То есть чаще будет это вот рыженькое. Ну и, конечно, беру свой глубоко уже любимый. Это вот несколько лет я пыталась подружиться с этим скульптором, бронзером. И в итоге я с ним подружилась через столько лет. Сломала уже крышку. Нравится, как бронзер нравится. И почему я летом с ним не подружилась, я не знаю. А сейчас с таким удовольствием я его использую. Он такой красивый, как будто солнышком тронуты щечки. Ну, скулы, где положено. Ну, к сожалению, видите, уже скоро его время выйдет. Сейчас пока из дома никуда не ходишь, а снимаешь ролики все равно. То есть для макияжа на камеру это прекрасный макияж получается. То есть можно круглый год использовать. Ну, наверное, все. Для лица я разгулялась. Может быть, что-то оставлю на следующие 10 дней. Ну, с удовольствием. Почему я разгулялась? И на помадах я разгулялась. Я сегодня палетки вам не все буду показывать, потому что буквально вчера вышел ролик с двумя палетками, которые я заказывала на New Chic. Я вам ссылку оставлю на эти палетки под роликом. Пройдите, я настолько классно там сводчик показала, что я не думаю, что сейчас есть смысл повторно делать то, что я сделала вчера. Достойные палетки. Я даже вот сейчас перепрыгну все остальное и именно с них начну. Это две палетки от iMagic, если правильно я читаю, но я их вот iMagic. Кто-то iMagic называет, я iMagic, ну, не знаю. Вот такие две девчонки красивые. Сейчас вам покажу их, но на сводче оставлю ссылку. Не люблю я в роликах вот такие вот вещи, когда говорят, пройдите по ссылке, и там будут сводчи, но это тот случай, когда можно так сказать, потому что действительно вчера я их только вот просвотчила, и смысл вот эту одну палетку я еще не использовала, если я ее буду ковырять целыми днями только на сводче. На самом деле продукта на сводче уходит много. Шикарные, шикарные тени, очень понравились. Сейчас на New Chic скидочные идут. У меня и купоны под тем роликом есть на скидке, поэтому, девчонки, я советую пройти и лучше посмотреть там, если заинтересует. Вы можете всегда воспользоваться промокодами, и сейчас там на них цена не такая высокая, как была когда-то. То есть плюс еще коды. И вот такая вот еще красивая палеточка с девочками. Девочки на меня похожи, на маленькую. И вот такая она. Вот я еще ей, видите, не пользовалась, только делала сводчи. И, ну, видно, что, ну, что я тут ковырять на сводчи, жалко. Конечно, будут еще макияжи, пока я их не делала. С той-то я уже работала, я делала макияжи с той палеткой, мне очень понравились, поэтому у меня появилась вторая. И в том ролике, который я ссылку оставлю, я сказала, что третья кажется темно-синей, нет, третья розовая. Там тоже девочка и в розовом цвете уже упаковка. Но какие сводчи мы сейчас с вами посмотрим. А посмотрим, вот у меня еще палетка от Vivienne Sabo, которую я не тестировала. Я покупала их две штуки. Эти 10 дней я использовала вот эту палеточку. Она у меня тоже остается на тестировании дальше, потому что я тут 2-3 оттенка только использовала. А эту беру как бы тоже дополнительно. Опять же, я их буду использовать не часто. Почему? Потому что вот эта палетка пересекается вот с желтенькой. А мне хочется больше именно ту подиспользовать. Ну вот от iMagic. Что здесь интересного? В отличие от той, здесь оттенки, ну, чуть другие. Там больше желто-рыжие, здесь вот так. Сейчас я сделаю тут уже сводчи. Они не настолько красивые, может быть, как Essence, Catrice, более спокойные оттенки. Но, тем не менее, мне эта палетка понравилась. Прошлой палеткой я когда делала макияж, можно сделать красивый макияж. Они, конечно, сыпятся немножко. Но, тем не менее,
Мне кажется, цветопередача хорошая. И они раскрасятся еще. Их цена завышена. Я брала две палетки по 700 рублей. То есть каждая получилась 350. Это хорошая цена. Дороже я не советую их брать. А вот за 350 вполне. Вот, видите? Вполне. Ну, что тут плохого скажешь, да? И вот, что можно сказать плохого? Кто-то критикует эти палетки. Ну, может быть, потому что 700 рублей дорого для них. Но 700, я согласна, это дорого, да. Но палетки неплохие. От Vivienne Sabo я сильно высокого качества не ждала. Потому что и до этого у меня были от Vivienne Sabo палетки. Как бы они немножко сыпятся. Пигментация не такая высокая. Но вы сами видите, что эта палетка достойная. Я вот прямо при вас и набираю, и при вас переношу в один слой, не наслаивая. И мне кажется, когда я делала свотчи первый раз, девочки, они были слабее пигментированы. Как будто, знаете, вот как говорят, палетки бывают раскрашиваются. То есть верхний слой как бы, ну, не замыленный, конечно, но тем не менее. Вот палетка вызывает удовольствие. И ту оставляю, потому что хочу остальные оттенки тоже потестировать дальше. Так, что у меня еще остается из палеток? Я палеток много взяла. До конца ноября они так и будут болтаться. Во-первых, от The Balm у меня как база и просто как палетка с тенями. Так, тут тоже у нас зеркало. Сейчас я его закрою. Остается. Тут кремовая, кремовая текстура. И вот видите, они ко мне уже приехали чуть-чуть подсохшие. Вот тут даже вот. Видно, рефилы болтаются. Возможно, мне придется их, как это называется-то, маслом, капать сюда масло. Потому что вот некоторые оттенки еще свеженькие, а некоторые уже подсыхают. Ну, может быть, в магазине пролежали еще какое-то время. Вот прямо вот этот и вот этот отличные по качеству, а вот эти два уже подсохли. Вот я в них буду капать маслице. Сейчас я их покажу вам. Они с блестками. Смотрите, какие красивые. Их и как базу хорошо с ними работать. И как отдельные тени. Я уже пробовала. Но у меня не очень получается, как отдельные тушевать еще между собой. Все-таки кремовые тени. С ними нужно учиться тоже работать. Я не визажист, далеко не визажист. Так, и давайте я вам покажу вот эти. Вот такая красота. Вот. Все с блесточками. Все симпатично. Ну, к сожалению, у меня, да, получается так, что я в прошлые 10 дней показывала некоторые свотчи, да, и сейчас повторяюсь, но это стоит того. От The Balm вообще косметики у меня далеко не много, у меня есть еще для губ продукты, но вот девочки, многие хвалят еще продукты для лица, но пока у меня не было для лица, поэтому вот я могу пока только про кремовые тени говорить и про продукты для губ. Остается, не буду показывать, уже моя палеточка из Project Pen. Сегодня делала ей макияж. И вообще часто у меня базовые оттенки. Вот эта тройка от Faberlic работает. Это их пузырики такие были одно время. Тройные палеточки я переложила сюда, потому что пузырь много места занимал. И очень активно я сейчас использую вот эти вот два оттенка, они мне прямо очень нравятся. И сегодня макияж был еще вот с этим. Вот так вот. Вот это трио прямо активно у меня сегодня работало. Сейчас я вам их покажу. Вот они все три. И так мне понравилось. Девочки, шарфики, кто ждет, шарфики будут. Я вот как раз этот макияж сделала, чтобы шарфики вам показывать. На самом деле, сутки вылетели у нас из жизни. Я загружала ролики, которые были ранее сняты. У нас Максимка заболела, и у него сутки 39 держалась. Мы вообще сшибить не могли ничем. Ну, сбить, правильно сказать, сбить. Поэтому
были такие-то напуганные, не вареные. Так, что у нас идет дальше? А дальше я вам покажу, чем я закрепляю макияж. Это от Марк средство. Его можно и как базу использовать, и как закрепитель макияжа. Поставлю сюда. И, наверное, переходим к продуктам для губ. Карандаши тоже покажу. Из туши. До конца года, ну, насколько их хватит, у меня, ну, сыворотка остается намного дольше, она у меня новенькая, от Эвелин. Так, тут сколько в одном, я не знаю, именно зелененькая. У них то 5 в одном, то 8 в одном, то 3 в одном. А, 3 в одном, это 3 в одном. Но мне сыворотки нравятся от Эвелин. У меня все три, по сути, были. Они, им нужно дать время раскрашиваться, не стоит по первым неделям делать выводы. Когда она раскрашивается, чуть-чуть немножечко густеет, она лучше работает. Ну, по крайней мере, на мне. Остается от L'Oréal телескопик. Активно использую. Такая маленькая кисточка для моих коротких прямых ресничек. Эта кисточка хороша. Остается эйфорик от Avon, но она у меня подсыхает. Я не знаю, насколько ее хватит, но она у меня уже подсыхает. Но пока использую. Вместе с сывороткой еще работает. И новенькую я открыла от Art Deco. Это тушь водостойкая. Она, ну, она свеженькая такая. Но она не делает ничего на ресницах. Просто чуть-чуть прокрашивает. Даже 2-3 слоя, если делаешь. Очень долго надо красить, 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 чтобы она что-то сделала. Но в любом случае для меня это зимний вариант. Чтобы ресницы вообще у меня были накрашены, мне нужна обязательно водостойкая. У меня на морозе слезы текут из глаз. Так, карандашики у нас остаются те же самые. Коротышки, все коротышки взяла. До конца года хочу максимально доиспользовать вот эти 4 коротышки. В этом месяце сломался у меня карандашик. Это от Eva Mosaic Cariocchi для бровей. Так. Вот так. Ну, я его точу раз в месяц. Его хватит надолго. Остается лист шалфея. Avon Mark. Надо тоже точить. Прям даже жалко. Сразу так убывают они после заточки. Пользовалась. Mary Kay. Один из любимых оттенков. Темно-темно-синий, как ночное небо. Я его называю. И для губ сегодня тоже точила, потому что закончился. Очень красивый. Как он мне нравится. И как контур, и на все губы, под маску. Прям классный карандаш. Далее я сейчас сотру руку, и мы посмотрим помадки. Помадок много взяла, разгулялась. Я не буду стирать тут все, я только то, что вот здесь было. Так, остаются. Взяла тинт. Тинт от Faberlic. Тоже, если надо, будет под маску. Он, когда въедается, он не настолько рыжий. Он такой какой-то цвет губ поярче становится. Но не такой рыжий. И под любой блеск неплохо работает. Из Project Pen оставляю, пока не закончится, помадка Move. Этой линейки уже нет в Avon. Это хороша помадка на каждый день. Ее осталось не так много, но и не так мало. Также беру карандашик Maybelline Superstay в оттенке 30. Он классно лежит на губах. Тоже хорош под маски. Застывает. Матовый эффект дает. Нравится. Не подводит. На маске не отпечатывается. Также взяла от Wet n Wild E126. Он немножко подсушивает губы, когда подзастывает. Это больше бальзам. Но как бальзам, пока свеженький на губах,
он работает как бальзам, а потом губы начинают подсушивать, когда въедается немножко, и оставляет тинт. Ну и также из карандашей я взяла Альверда, если я правильно читаю, и оттенок 40. Я не знаю, в России есть ли вот эта вот линейка. Мне из Германии Наташа присылала. Тоже оттенок такой красивый. Под этот карандаш. Прям красиво смотрится. Так, что у нас из помад? Из помад у меня из Project Pen еще я две беру. Это Beauty Care в оттенке 11. Эта помада будет всю зиму у меня гулять. Мне нравятся такие малиновые с блестками помады на зиму, когда снег. Нет помадки, давайте вот сюда. Я птичку специально для помадок поставила. Это Avon. Ее вывели с производства. Такая коричневенькая, глянцевая. Ее можно вместо бальзама наносить на губки. Также взяла две от Faberlic. Одна для меня новинка. Вторая какое-то время у меня уже живет. 40-618. Это один из самых любимых моих оттенков. Показывала вам на губах обе эти помадки недавно в ролике. Это 40-624. Она поярче такая, более розовая. Тоже на губах в ролике была. Далее. Вот эту я не помню, я беру или оставляю с прошлых 10 дней, но я не воспользовалась ни разу. Фам. Вот такая помада Ультра. Это новые оттенки в новых колпачках. У Avon выходит. Не наигралась, то есть я не воспользовалась, поэтому беру снова. Также беру, продолжаю использовать с прошлого месяца, это вот Биоси помадка. 90% она натуральная. Она тоже как бальзамчик на губах. Такая она кремовая, приятная. И хорошая, дает увлажнение. Тоже на губах ведет себя как бальзам. И цвет такой приятный. Чайной розы. Тоже сюда. Помада от Faberlic, яркую взяла. Давайте вот так покажу. 203 вроде тут заканчивается на 203. Это захочется, если что-то яркого, то вот. Тут действительно она в красный уходит. Тоже магнитик. И с прошлого, по-моему, я в прошлый раз брала и тоже не воспользовалась. Оставляю сейчас. Номер. Тут красивые такие губки по стику. Вот этой стороной надо. Вот такая она красивая. Много. Я говорю, я в этот раз опять много взяла. Ну, вот не наигралась в прошлый раз. Решила взять еще разочек. Некоторые. Так. Птичка у нас тут охраняет их. И бальзам в этот раз решила показать. От Деликея бальзам «Фруктовое сияние гранат». Он так убавился у меня, но тем не менее его много. Я его, бывает, использую. Но не его один, но вот на постоянной основе стараюсь использовать все-таки этот бальзамчик, чтобы он закончился. Все, это все, что я взяла. У меня остается, конечно, как база палетка от Essence. Вот этот вот беленький оттеночек. Так и продолжаю его использовать время от времени. То есть, когда мне не надо будет, например, базу брать от той палетки, то я буду использовать от этой. И все. Это все, что я хотела показать. Много взяла в этот раз. Хотелось прямо разгуляться. Видимо, ноябрь для меня время макияжа. Хотя я очень редко выхожу из дома, но тем не менее я люблю делать макияж дома. Плюс всегда хочется быть готовой к ролику, когда есть что снять, чтобы я могла взять камеру и спокойно сесть и снять вам с лицом, чем начинать мыть голову, начинать там краситься. А когда с утра уже ты в порядке, и голова чистая, и уложенная, и
лицо в порядке, то уже приятно взять быстренько камеру и что-то показать. Давайте еще разок я так быстренько покажу сводчи, которые я успела нарисовать. Вот они такие красивые. И сводчи. Вот, видите, застыл уже тинт. И сводчи для губ. Карандашики. И давайте вот сюда я воткну ролик, где будет ссылка вот на эти две палетки. Обязательно посмотрите, они достойные, прямо вот реально достойные. Хочется их похвалить прямо отдельно. Спасибо большое за внимание, за просмотр. Спасибо, что остаетесь со мной, ждете мои ролики. Это очень приятно. Всем хорошего настроения, прекрасной погоды и всем пока!